и добро пожаловать в мой новый влог. Хочу вас кое с кем познакомить. Это я, а это моя подруга Ира, которая путешествует по миру со своей собакой. А это Space. В сентябре мы с Ирой буквально сорвались с места и решили отправиться в двухнедельное путешествие по западному побережью Америки на машине. Справа от нас находится наш дом на колесах, в котором мы будем... Я снимаю, заткнулись! Проведем ровно две недели. Это зад нашей машины, это перед, правый бок, левый бок. Так красиво! Мы с вами проедем из Лос-Анджелеса до Сиэтла по самым красивым пляжам моей жизни. Побываем в городе, где снимали «Сумерки» и в самом первом Старбаксе. Вы за? Я надеюсь, вам понравится. Слышь, ты чё так долго? Саш, тебя, блин, за смертью посылать. Давай кофе сюда, блин. Я тебе чё, секретарь, что ли? Чё такой маленький? Ладно, спасибо тебе большое, мой сладкий пирожок. Снимать этот влог я начинаю, уже побывав в Сан-Франциско. Вот мы едем, две девушки, грустные в своих мыслях. Знаете, что я хочу сказать? Живя в Лос-Анджелесе, начинаешь ценить дождь. Ведь я не видела его аж целых 3 месяца. А вот прекрасный домик у океана. Ир, берем? Здесь так красиво. Боже мой. Я все-таки ломала Иру остановиться, потому что я не могу. Здесь так красиво, мне все хочется сфоткать. Я распахнула дверь машины и выбежала еще до того, как она остановилась. Вот оно, настоящее место силы. Я не ожидала, что это будет настолько красиво. Ира, я просто твой пленник. Делай со мной что хочешь, только возьми меня с собой, пожалуйста. Все-таки природа – это лучшее, что можно испытать в этой жизни. Вон они маленькие такие. Иногда, конечно, я схожу с ума ради кадра. Вот я сейчас стою босиком на огромном дереве, которое может в любой момент повалиться. Мама, не смотри это видео. Ну как бы нет, оно плотненькое. Мы даже втроем на нем поместились. Как отсюда спуститься? Вот так проходят мои рабочие будни. Меня слегка эксплуатируют, но ничего страшного. В этом странном мистическом месте машины приезжали ровно минуту, а потом была пауза в 5. В это время мы выходили фотографировать ее. Ира все время меня торопит, чтобы мы быстрее уходили, знаете? Я часто вижу себя во снах именно пустые дороги. И, безусловно, видела одну из подобных дорог, и оказалось у них в жизни очень интересное ощущение. Вот, а еще мне, конечно, нравится этот лайфстайл, потому что ты едешь, у тебя красивая природа, кушаешь в машине, у тебя нет уборных, ты просто такой, о, вот это место красивое, вот здесь мы останавливаемся, и здесь я пойду в туалет. Yeah! Hot. Oh, hot, 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 yeah, hot. Hot. Grande pumpkin spice latte, hot. Could we have two, please? Two. Прелесть путешествия по Америке, что из леса мы буквально через 5 минут переместились в ближайший Starbucks. Мы только что взяли 2 тыквенных латте, и я буду жирной, и меня никто никогда не полюбит. Вот в таком неземном месте сегодня заканчивается наш день. Сегодня был мой первый опыт съемки голой на этом пляже. Никого не было вокруг. Я как-то подумала, почему бы нет? Еще год назад ни за что на это не решилась. Я, конечно, не думаю, что я когда-то буду выкладывать подобные фотографии. Это больше для себя. Но это прекрасное ощущение. Ты становишься единым с тем, что вокруг тебя. Как всегда, традиция, показываю вам фотокарточки, которые я успела понаделать за эту поездку. Вообще, я решила, что я все-таки это подсниму, потому что нам так повезло сегодня. Мы вчера останавливались просто, ну, откровенно, в дыре. Приехали здесь, такой классный отельчик, так чисто, так светло. Вы представляете, у нас открывается балкон, там звуки океана. Смотрите, какая красота. Все, к следующему дню готовы. Доброе утро, друзья. Мы едем в Портленд. Наконец-то мы доедем до большого города, постираем наше грязное белье. Я хотя бы куплю себе еще одежду. Да. Ира, давай быстрее, пожалуйста. Смотри, я уже собралась. Клевый плейлист музыки для путешествий на машине. Вот маленькая подборочка. Поделюсь с вами любимыми треками. А еще мы с Ирой постоянно
постоянно слушаем аудиокниги, потому что, согласитесь, это более умный способ потратить 4-5 часов своей жизни в дороге. И слушаем их через мое любимое приложение MyBook, в котором по одной подписке можно читать книги в телефоне и слушать их в формате аудио. А поскольку мы постоянно в дороге, аудиокниги стали моим спасением. Несколько из моих любимых аудиокниг: «Жизнь взаймы», «Ремарка», конечно же, «Великий Гэтсби» Фиджеральда и 1984 Орвелла. Мой самый любимый роман всех времен. Ну а сейчас мы слушаем книгу, которую я читаю. Называется «Миф о красоте» Наоми Вульф, про женские стереотипы о красоте. То есть быть ухоженными, правильно одетыми и соответствовать обстановке. В MyBook еще есть чудесные актуальные подборки, которые рекомендуют тебе то, что тебе 100% понравится. У них огромный выбор книг. Так что, если вы так же, как и я, любите читать и слушать аудиокниги, присоединяйтесь ко мне. Вы можете использовать вот этот промокод. Я также оставлю его в описании по ссылочке на подписку. И наслаждайтесь. Это реально очень клевый сервис, которым я пользуюсь. Но красиво! Я также собрала для вас подборку любимых аудиокниг, которые вы можете послушать по ссылке в описании. Ир, может, это портал в другой мир? Она тут одна лежала, блин, гениальная штука. Потереть животик и такой назад в будущее переносишься. Эй, мы заканчиваем наш день на прекрасном пляже. Я все еще не знаю, где мы. Уже завтра мы будем в городке Форкс, где снимались «Сумерки». Именно в такие волшебные моменты нужно сесть у океана и вспомнить все, за что ты благодарен. Поселились в новый мотель в городке Астория. Под большим впечатлением, потому что это самый милый мотель, в котором я когда-либо останавливалась. Вот что означает внимание и любовь к пространству, когда за абсолютно те же деньги люди приезжают и просто умиляются каждой детальке. Спокойной вам ночи и до завтра. Спейс, посмотри мне. Это медведь. Знаете, видимо, когда-нибудь я начну вообще жить в поле, в палатке, не умываться, не расчесываться. Мне нравится. К черту ваш гламур! Чайка будешь? Знаете, мне уже кажется, это немножечко неприлично. Выхожу просто из дома в вчерашних носках, нормально не надев кеды, в майке, в которой я сплю. Самое главное — это улыбка. Правда? Да, капитан. Едем в Форкс. Мы едем в Форкс. Сегодня мы едем в Форкс. Мы едем в Форкс. Несмотря на изобилие бургеров, мы все-таки стараемся правильно кушать в дороге. У нас вот фруктики, ягодки. Сейчас мы идем покупать бейсбольные биты, чтобы быть прям совсем как Калины и снять офигительное интро для этого видео. Не, погоди, но у Калинов были светлые, надо взять светлые. Хочу черную, я же не Калина. А я хочу, чтобы мы в кадре были одинаковые. Я хочу черную. Вот как нам договориться? Мы поспорим, что у Калинов были деревянные биты. Сейчас, у кого есть интернет? Блин, какая-то крутая сцена. Видишь, черная они. Где черная? Вообще у нее белая, если так. Мы въехали в штат Вашингтон. Эдвард, мы едем! Готовь свои клыки! Эдвард мой. Да. Но Джейкоб и Джейкоб, Эдвард. Я остановлюсь, высаживаюсь. Вот это я понимаю. Такие паутины я еще в жизни не видела. А, господи боже! Прямое включение. Девочки ушли гулять в лес. Без сети, без интернета. Так что, если мы потеряемся, вы не знаете, где нас найти. Я нашла, где мы будем ночевать. Дубле? Да. Штяк. Ух ты! Я думаю, что сядем мы вот тут. Саш, ты знаешь, как ты выглядишь? Отстань от меня. Знаешь, это просто говорят, что можно по твоему цвету, который ты сегодня одел, понять твое эмоциональное состояние. Я маскируюсь. Погода 14 градусов по Цельсию. Для фото все как нам надо. Наконец-то я выгляжу как человек. Первый раз накрашенная в чистых вещах за 2 недели. Потому что я накрасилась под вампирчика. Мы сегодня будем устраивать тематическую съемку. И мы находимся в Форксе. Население Форкса 4000 человек. Здесь 6 или 7 ресторанов во всем городке. Кроме пиццы вообще ничего есть. Вот в таком замечательном месте мы сегодня остановились. Причем нам повезло, у нас лоджик, а даже не юрта и не трейлер. Люблю природу, смотрите, видите, вот пока мы спали, паучок сплел паутинку у нашей машины. Петя, ты будешь Петя! Петя!
Петя! Нет, Петя! Петя! Ох уж эти русские! Приперлись к нам! Веришь, у меня мурашки сейчас по ногам пошли? Верю. Мы наезжали, ты понимаешь? Знаете, это сейчас будет очень смешно для той части моей аудитории, которая еще не родилась, когда вышли сумерки. Но, в общем, это тот самый знак, мимо которого проезжала Белла, когда она только переезжала в Форкс. Население 3120 человек. Спешл кофе. Каждая называется как эпизод сумерек. Это сосиска в тесте с голубикой. Мне кажется, это абсолютно несъедобное сочетание. Кофе, который называется сумерки. Это было вкусно. И он такой сладенький, с привкусом корицы, ванили. Что-то в этом есть такой. Тепленький прям вот. Как Белла такая тепленькая, что ее сожрать нафиг хочется. Я хотел убить тебя. Внимание, не повторяйте за мной. Это было клёво! Кажется, мы нашли идеальное место, где я хочу снять интро. Еще желательно не вляпаться в паутины, потому что я боюсь пауков. Блин, это вот именно то, что я искала, Ир, так клёво смотрится. Снимаю. Готова? Акробатика. Я постараюсь грациозно. Давай, грациозно. Самое приятное место. Грациозно. Мы пришли в то место, где я хотела отснять кусочек видео. Как будто бы я вампир. Я уже себя здесь как дома чувствую. Вон наши вещи лежат. Такое интересное ощущение быть в коктейльном платье в середине густого леса. Как хорошо, когда ничего не царапает ноги. Штаны водонепроницаемые, теплые носочки, кеды. А, дорогой Эдвард, если ты смотришь сейчас это видео, знай, я готова. Причем я готова оплатить себе сама машину. Мне ничего не надо дарить. Жилье мы можем арендовать и жить вдвоем, понимаешь, Эдвард? Мы так устали от придорожных кафешек, что сегодня решили приготовить себе завтрак сами. Ну что, мы покидаем Форкс и движемся дальше? А, что-то он какой-то ненатуральный. Приехали посмотреть на пикап Беллы. Белла, подвинься. Давай возьмем его с собой, Саш. Нашла чрезвычайно интересную книжку «Записки режиссера «Сумерек». Обожаю, когда можно посмотреть изнутри на любимое кино. Буду сегодня вечером читать. А вот и то самое место, где Белла гуляла с Джейкобом. Пляж Лапуш. Ледяной ветер продувает насквозь аж 3 слоя одежды. И находясь здесь, испытываешь ощущение абсолютной уединенности. А это духи, которые я купила для вас прямо в Форксе. Ты можешь их выиграть, перейдя в мой Инстаграм. На 4-м часу езды без сотовой связи нас заманило прекрасное изумрудное озеро. Я хочу здесь все, рожать детей, фотографироваться. Ира, откуда ты знаешь все эти места? Это нереальная красота. В основном наша задача каждый день была найти как можно больше красивых местоположений и сделать там фотографии. Мне нравится. Какой у нас аппетитный ужин этим вечером. Мы живы. Доехали до Сиэтла. Приехали к ребятам в гости. Приготовили очень вкусный ужин. Вечер заканчивается отлично. Наша команда на сегодня, знакомьтесь, Вика, Карина, Ира. И мы все вместе едем на... Gold Creek Pond. Будем фоткаться у озера, закончим этот влог. Девочки все в красном. Что? А я... А знаете, что вот это такое? Самый первый в истории Starbucks. Очередь была часа на полтора, но наша команда была практически у цели. Лого на всех термосах, чашках, даже на стене здесь старая, оригинальная, которому больше 100 лет. У меня катастрофическая дилемма. Из этого я могу прямо сейчас по дороге в Лей пить чай, а в эту чашку я могу поставить салфетки или приборы в своей будущей квартире. Но квартиры у меня еще нет.
Вот оно, то самое озеро, которое никто не мог произнести все это время. Все бы ничего, только вот Ира забыла свитера, в которых мы должны были фоткаться. Еще забыла свою камеру. Знаете, такое ощущение, что сейчас сделал копи-пейст просто. Так, ребята, план такой. Сейчас мы делаем это с кругами на воде. Дальше в клетчатых рубашках. Садимся сюда, делаем его огонь. Далее. Кто-то надевает боди, кто-то надевает платье, кто-то вообще снимает какой-нибудь контент. Ну, неважно. Боди, это платье, а я говорю. Саш, Саш, постой, это не про тебя. Саш, ну... В этот день многие прохожие подходили к нам и говорили, что мы похожи на сестер. Мы ведь правда похожи? А вот и красавчик Сиэтл. Наша главная цель. Мы наконец-то добрались. И теперь поедем обратно. 1800 километров мы проехали на машине за эти две недели. Приехали в крайнюю северную точку западного побережья Америки. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Я старалась снимать максимально подробно, передать вам эту атмосферу веселья. Путешествие на машине. И скоро с вами увидимся. Целую. Когда мне было 9, и я только начинала снимать видео на YouTube, была очень популярна песня группы Owl City под названием «Привет, Сиэтл». И вот, наконец-то, через 11 лет своей жизни я доехала до настоящего Сиэтла, чтобы послушать мою любимую песню именно здесь. Один из самых красивых кадров, которые я когда-либо снимала. Ира, мы с ней вместе путешествуем. Давай. Можно еще дублик?